Дело было в порте Сан-Франциско, где бушует Тихий океан. Как-то там осеннею порою разыгрался вот такой роман. Девушку ту звали Маргаритой, стройная, красивая была. За нее лихие капитаны часто выпивали до утра. Как-то в том притоне появился стройный белобрысый капитан в белоснежном кителе матроса, чудно опивавший его стан. Маргарита с легкою походкой быстро к капитану подошла и в каюту с голубою шторкой вместе с капитаном вошла. Ночь прошла и утро наступило, голова болит от нежных глаз. И впервые наша Маргарита с капитана не сводила глаз. Маргарита с легкою походкой быстро к капитану подошла и спросила, знает ли он Шмидта, Шмидта ее брата моряка. Капитан взглянул на Маргариту и узнал красавицу сестру. О, моя родная Маргарита, что же мы наделали с тобой? Как-то в том притоне грянул выстрел, покачнулся чудный капитан. Был в крови тот белоснежный китель,